последний день миграции, и у нас сегодня очень важная встреча. Встреча называется «Живой журнал театра». Последний номер журнала «Театра» был посвящен теме социального театра и его имена. Соответственно, вы все получите этот журнал сегодня бесплатно. Вчера не надо было покупать за деньги в журнале. Как-то не надо. В магазине порядок слов. Вот, но суть не об этом. И сегодня у нас встреча с главным редактором журнала «Театра» Мариной Давыдовой. Соответственно, и также член редакции журнала «Ланга» и люди, которых было написано на страницах этого журнала. Это Алекс Даун, который прилетел из Соединенных Штатов Америки. Из Лондона. Да, спасибо. Я прошу прощения. Это Ольга Коршакова, ликвидатор и Ксения Передруга. Вот, и я, наверное, передаю слово Марине. Спасибо. Здравствуйте. Вот меня нужно идти к журналу. Вообще, мы уже неоднократно устраивали такие выпуски живого журнала. И обычно аудитория имела возможность знакомиться с номером всего, контентом, содержанием до этой встречи, и мы всегда рассчитываем на какое-то очень активное участие публики в обсуждении, да, на какие-то острые вопросы, которые нам будут задавать, а мы будем знать на них ответы, тушеваться, вот, и так далее. Поэтому, я даже не знаю, если кто-то из вас хочет, я думаю, что имеет смысл взять журнал сейчас, почитать, ну, конечно, не успеете, но вы можете хотя бы там содержание посмотреть и так далее, да? Земля очень много, но... Ну, не вот это, просто как там... Можете? Персонажей и так далее, да, чтобы хотя бы чуть-чуть представлять себе контекст нашего разговора. Во-вторых, я хочу сказать сразу же, что журнал мы делаем, мы придумываем его следующим образом. Обычно это бываю я, но очень часто меня мои коллеги корректируют или предлагают какие-то альтернативные темы. Значит, надо просто так вот всматриваться в театральную реальность, да, и вовремя, вот в этом я вижу нашу задачу, вовремя распознавать не какие-то очень важные тенденции, тренды. Иногда нужно просто, знаете, назвать какое-то явление до того, как оно было названо кем-то другим. Потому что очень многие явления в нашей жизни, они начинают существовать после того, как они были названы. После того, как на них было сфокусировано внимание. Да? Они, может быть, были в нашей реальности до этого, но как бы мы их не замечали. Вот, например, следующий номер журнала мы хотим целиком и полностью посвятить этому театру, который работает с необычными, нестандартными пространствами. То есть он ломает, так сказать, традиционную сцену коробку, иногда он выходит за пределы вообще театрального здания. Иногда он использует какие-то там лестницы и подсобные помещения самого театрального здания. Иногда он возникает на фабрике, в лесу и так далее. Почему? Потому что в какой-то момент нам показалось, что это стало не просто единичными какими-то явлениями, что это некий тренд, что подлежит осмыслению, как некое особое направление в театре. И что появление, и что сами эти явления свидетельствуют о том, как вообще меняется вот театральный ландшафт, какие новые смыслы появляются вообще в том, что мы, в принципе, все делаем. Да? Вот такая же история произошла с социальным театром. Время от времени, до какого-то момента мне сказалось, что ну да, вот где-то то там, то сям, появляются какие-то социальные правила. Ну, спорадически появляются, ну, интересно, да. Но в какой-то момент, вот,
состояние умения. Вы должны его осмыслить. Для этого нужно собрать все эти явления как-то вместе, как-то их сгруппировать, как-то попытаться структурировать наше знание об этом. Потому что, понимаете, когда вы пытаетесь осмыслить современность, это очень важно, просто попытаться как-то ее поместить в какие-то удобные схемы и так далее. Ведь у нас же еще нет толком никакого понятийного аппарата для того, чтобы описывать эту реальность. Мы должны сами же его изобрести, да, для того, чтобы все это описать. И дальше вот мы стали работать над вот этим конкретным номером. Мы понимали, что у нас, с одной стороны, есть некие исторические, историческая, так сказать, ретроспектива, да, мы должны понять, когда вообще впервые возникает такой вот интерес к собственно социальному театру. Что он вообще такое и чем он отличается, например, от документального театра? Где это все пересекается? Можно ли, когда какое-то явление, ну, например, какой-нибудь спектакль «Ромео Пустой Гуччи», в котором задействованы люди с ограниченными, так сказать, возможностями, можно ли его назвать такой театр социальным? Ведь известно, что социальный театр очень часто именно работает с людьми с ограниченными возможностями. Где здесь проходят границы и есть ли эти границы вообще? Сложность осмысления вот этой вот современности, современного театра состоит еще в том, что один из главных его трендов, собственно, в том состоит, что все границы размываются. Понимаете? Поэтому, если мы будем писать, например, мы уже сделали номер про документальный театр, да? И, конечно, мы там затронули часть социальных проектов. Мы сделали отдельный номер, посвященный contemporary dance. И, конечно, в этом номере тоже были задействованы и затронуты и документальные проекты, и социальные проекты, потому что contemporary dance очень часто с этим работает. Мы сделали вот эти три, так сказать, номера: социальный театр, документальный театр и contemporary dance. И сейчас делаем о новых пространствах, и мы понимаем, что, опять же, здесь множество пересечений, да? И тем не менее, всякий раз, меняя ракурс, меняя точку зрения, мы видим реальность как-то немножко иначе. Мы что-то новое для нее понимаем. И в этом состоит, собственно, наша задача. Ну вот, значит, у вас, большая часть уже есть, да, журналы, вы можете увидеть, что некоторые имена, которые здесь вынесены на обложку, они очевидны. Ну, например, такой человек, как Борис Павлович, например, это такой пионер социального театра в России. И понятно, что он стал одним из главных героев нашего номера. А скажем, Борис Никонов — это какая-то менее, да, очевидная фигура. И тем не менее, мы как бы посчитали необходимым к нему обратиться, потому что он был фактически, ну, я могу ошибиться, но, по-моему, он был вообще первым таким не крупным режиссером, который стал ставить спектакли с первым, да, с неограниченными возможностями. И это было очень давно, и тогда это казалось какой-то такой безумной забавой какого-то такого режиссера-фрика. Да, он очень талантливый, конечно, но человек выпендривается. Да, вот. А сейчас это ты видишь спустя, там, не знаю, 15 лет, ты совершенно иначе смотришь на то, что Никонов делал много лет тому назад. Здесь появляются и там такие фигуры, как Густав Буаль, например. Это одна из центральных фигур вообще социального театра в мире, да? Но в России о нем известно очень немного. Или Якоб Морено, создатель такой психодрамы, тоже ключевая фигура, но для западного контекста. А в России большая часть людей вообще никогда не слышали этого имени. То есть нам нужно было задать и исторический контекст, и как бы общемировой, общеевропейский, хотя не только европейский, потому что выступали европейский контекст, и понять, как социальный театр, какую трансформацию, какие особенности он обретает, попадая на российскую почву. Вот это были темы задачи нашего журнала. Теперь, как мы построим наш дальнейший разговор? Ну, наверное, я просто как бы сначала предоставляю слово нашим гостям, да, которые тоже что-то имеют сказать по поводу этого номера, а потом вы
будете задавать нам вопросы, я надеюсь, что они у вас появятся, мы будем вам отвечать сами. Ну, давайте попросту. Вот Ксения Перетрофина написала буквально манифест в наш номер про так называемый «Нужный театр». Мне кажется, что это очень важный текст. Вот Ксения, вообще говоря, сценограф и в качестве такого автора, да еще пишущего установочные важные тексты, она не часто, по-моему, бывает. Да? Ну, вот, расскажите о своем опыте сотрудничества с нами, а заодно какие-то тезисы, может быть. Знаю, что именно можно сказать. Я, наверное, такой художник, который достаточно последовательно. Я последователь поиска, то есть человека, который, собственно говоря, в современном искусстве заложил понимание того, что сейчас называют социальное искусство, социальный театр. Вот, поэтому для меня было вообще очень важно высказаться на эту тему. Что я сделала, поскольку весь мой художественный опыт и современного искусства и театральный, он так или иначе связан с прямой коммуникацией с человеком, и для меня ряд вопросов, собственно, которые встают, например, о бесцельности искусства или наоборот, для меня очень сложно, когда такой вопрос, если мы говорим социальный театр, потому что мы преследуем какие-то цели, а искусство, оно всегда избегает, оно как-то не будет так вот прямо. А вот социальное искусство, оно настаивает на то, что есть такие прямые коммуникации, которые работают не как-то там на высоком уровне, а непосредственно. И вот я много этим занимаюсь, для меня это очень важный опыт. Вот для вас понятие социальный театр, очень нужный театр, это тождественное понятие? Вот я, кстати говоря, когда читала текст, я тоже хотела задумалась над этим вопросом. Я совершенно убеждена, что вот в настоящий момент главная цель искусства – это коммуникативная цель. Mm-hmm. И в этом смысле нужный театр сейчас в большинстве случаев, театр вообще нужный. Он нужный даже если сложно. То есть любой театр хорош, Аузан у нас на лекциях в ШТЭ учил, что даже самый распоследний плохой театр выполняет свою гигантскую роль социального коммуникатора, тем, что люди в фойе встречаются, говорят, нет, это же какой-то был кошмар, это же мне не понравилось, и они тренируют свою способность общаться. И в этом смысле любой театр обладает гигантским потенциалом вот этой социальной важности больше, чем какие-либо другие искусства, например, больше, чем современное искусство в его таком традиционно выставочном формате. Там же, можно, но у театра сейчас, что называется, больше козырей. В этом отношении все козыри здесь. И в этом смысле современное искусство как раз очень много обращается сейчас к театру, то есть очень много на всем бинале, если посмотреть, очень много театральных проектов и вообще, как бы сказать, вот этот коммуникативный механизм современного искусства сейчас апроприирует, берет его из театра. Именно я, конечно, занимаюсь театром не в широком смысле социальном, а то, что я называю нужный театр. И моя цель непосредственно, я всегда говорю, что я работаю в зрительном зале. Это иногда и буквально верно, и задача не месседж, а коммуникация. То есть совершенно, мне кажется, ничего нет интересного, что можно сказать со сцены, потому что художники прошлого поколения столько всего сказали, что этого надолго хватит, и вообще, нет запроса на какой-то месседж. А коммуникативная недостаточность, она гигантская. И для меня, я очень люблю говорить, что тактильность – это сейчас пятое измерение театра, которое принципиально открывается театром. И его коммуникативные возможности еще во многом с этим связаны. Изменилась коммуникативность на слово диалогичность, потому что любое искусство, оно предполагает какую-то коммуникацию. Да? Просто типы коммуникации могут быть разными. И, наверное, просто современное искусство, оно менее монологизирующее. Оно
диалог с воспринимающими, так сказать, субъектами, да, и в этом смысле оно несколько меняется сам способ взаимодействия зрительного зала и тех, кто творит вот эту самую театральную реальность. Мне кажется, у театра онтологически есть какая-то возможность непосредственного контакта с человеком, возможность события происходить здесь и сейчас. Да, причем театр может от нее отрещиваться, то есть как у какой-то там очень большой театр с очень далекими ярусами, он как бы с очень четвертой стеной, он делает как бы все, чтобы эту возможность заморозить и использовать. А как бы вот, скажем так, сфера моих интересов как художника, она находится, как я говорю, на расстоянии вытянутой руки. То есть это такая максимальная зона доверия современного человека, где, мне кажется, самые существенные вещи сейчас могут быть. Это не единственное, просто это вот то, что меня интересует, и то, где я нахожусь. Мы еще с вами вернемся, потому что есть масса вопросов и комментариев к тому, что вы написали, к тому, о чем мы сейчас поговорили. Но я хочу предоставить слово очень, на самом деле, важному персонажу нашего номера, Алексу Дауэру. У нас опубликовано интервью с ним. Алекс давно занимается социальным театром. Он занимался искусством народа в Британии, в какой-то момент он попал в Россию и стал осуществлять вот такие социальные театральные проекты в России, да еще не в Москве, а в провинции, в далекой, в общем, Перми. Вот. Алис, во-первых, расскажите просто какие-то свои впечатления, а дальше будет. About my work here. So I think rather than try and come to some general definition, I'll just talk as I did a little about my work and my experience. So what I'm really focused on is making sure that the people I work with have a very strong experience of their capability. Самое важное, на чем я сосредотачиваюсь в своей работе, это то, что у людей появляется опыт, и они начинают осознавать себя, свои способности. Most of the people I work with are children with disabilities, children and adults with learning difficulties, people with mental health problems, and also with prisoners. Работа осуществляется с детьми с особенностями здоровья и развития, с какими-то ментальными, может быть, проблемами, да, и также с заключенными, с людьми, которым трудно жить. And for me, I want those people to experience how great they can be. И хочется, чтобы эти люди поняли, насколько они могут быть великими, how much capability, what they're capable of doing, and also how much they can, through doing creative work, how much they can contribute to other people, to the audience. Поняли, сколько у них возможностей, и чтобы через свою работу, через свой тренинг, они поняли, как много они могут дать публике. And so I've started calling the work I do Theatre of Joy. Я начал называть это театром радости. Because I want them really to have an experience of joy. Joyful experience. Потому что он хочет, и это так на самом деле происходит, чтобы они испытывали какой-то позитивный опыт. And also for the audience when they see the work, for the audience to have a joyful experience. И чтобы публика, которая будет смотреть на эту работу, тоже испытывала радость. So that's the kind of small introduction to what I'm doing. Такое введение в тему. I'm sorry, no problem. Как вы считаете, вот то, что мы называем социальным театром, обязательно предполагает работу с людьми с какими-то ограниченными возможностями? Или же социальный театр возможен в каких-то других формах? Well, I think it can be in many different forms. But I was speaking to an amazing woman who runs an orphanage just outside Moscow. Mm-hmm.
when I was here last, a few months ago, and she said theatre is the best tool we have, it's the most important thing we have for their education and for their development. Конечно, социальный театр может быть абсолютно разным, включая, да, людей с ограниченными возможностями или нет, но несколько месяцев назад я встречался с потрясающей директором одного, можно сказать, пансионата для особенных детей. And because she said the children in the orphanage one day will leave the orphanage. Однажды дети, которые в ее пансионате содержатся, живут, они однажды выйдут на свободу. Just as, for example, you know, men have to leave a prison or kids have to leave their family. То есть, например, дети выходят из своей семьи или заключенные из тюрьмы. And when they do that, they need to be able to communicate with people. И им придется общаться с другими людьми. As you talking about. And theatre gives them the opportunity to practice that communication, to develop empathy with other people. To develop sensitivity to other people and to have confidence in themselves and in their communication. And also, of course, the really important thing is that the audience gets to change their perception of очень важно, что публика начинает воспринимать людей, которые вовлечены в эти спектакли, совершенно по-другому. But of course, in answer, I think, to the second part of your question about like the social, like can social theatre be in any area? Yeah. Yeah. So I think, I mean, there are. I mean, it can. They with normal people as well. Yeah. Yeah, I mean, we've just come back from Nizhny Vartovsk. We arrived 2 hours ago, and there we were working with a mixed group of children with disabilities, children without disabilities, and also adults. Мы только что вернулись из Нижнего Вартовска, где как раз была лаборатория инклюзивного театра, и впервые на этой лаборатории у нас была смешанная группа детей. Там были дети с особенностями здоровья и развития, и также дети, можно сказать, обычные, да, которые просто обучаются в каких-то творческих школах. Также была взрослая группа педагогов, как всегда. And I think all of them learned a huge amount from the work we were doing and also from working with each other. И они очень многому научились друг с другом, непосредственно работая друг с другом. Я сейчас задам вопрос, как бы он сразу, наверное, всем, и Алексу, и Али, и Оле, и Ксении. Дело в том, что долгое время, да, во всяком случае, на моей памяти, такие рафинированные интеллектуалы российские, советские, они полагали, что как только заходит речь о пользе, вот как только рядом со словом искусства возникает слово польза, это сразу носит какой-то такой пропагандистский характер. Потому что действительно в советской реальности нам так много говорили о том, что театр должен приносить, потому что театр искусство должно приносить пользу людям, что это вызывало естественное отторжение. И я сама, человек, юность которого пришлась на поздние советские годы, да, мне было очень долгое время сложно смириться с вот этой идеей про некую пользу искусству, потому что для меня это всегда было пропагандистским клише советского времени. Я думаю, что это обстоятельство не очень понятно для иностранцев. Они всегда, когда мы начинали диалог, они не понимали, что так и меня, и моих коллег смущали, потому что как я сейчас уже понимаю, после того, как я много лет там работала уже на Западе, там как-то часто там бываю, да, я уже как человек немножко оттуда. И для меня сейчас это естественный способ размышления, да. Но я знаю, что до сих пор для людей, например, старшего поколения, да, когда ты начинаешь им говорить про эту самую пользу, они вздрагивают, они буквально вздрагивают, потому что им кажется, что они читают наставления, значит, какого-то очередного пленума ЦК КПСС. Вот. Ну, короче говоря, попробуй, скажи, у тебя был какой-то период, когда тебе тоже было сложно,
когда тебе казалось, что всякая такая эксплицитная социальная какая-то активность в театре, она как бы немножко убивает в нем то, что мы называем словом искусство. Ну,
кажется, вот этот опыт нижневартовский сейчас, что вы работаете и с детьми вроде бы здоровыми, и с... хотя мой личный опыт показывает, что все мы вообще все люди с ограниченными возможностями, то есть как раз спектр. Вот и с ментальными особенностями, да. Точно. Так вот это, мне кажется, сейчас самый важный опыт вот этого соединения, разрушения резервации и соединения. И вот этот опыт, когда Борис Павлович говорил, я не хочу жить в феодальном театре, он устарел во всех смыслах, он и художественный, и идеологический, и художественно тоже, потому что за художественный запрос сейчас другой. И, в общем, это, конечно, поверьте, дорогого стоит. Мы говорили очень много разных вещах, например, как трудно объяснить артистам ДДТ, в общем, я могу понять, артистам, именитым, они хотят, чтобы они перед спектаклем мимо дверки ходили люди с ограниченными возможностями, потому что это и выбивает их зерновесие. Это просто такие встретились два абсолютно разных мира, на самом деле. Как формально они и те, и другие занимаются тем, что называют театр, да? Но при этом задачи, некое целеполагание как бы, вот этого самого театра, оно оказывается диаметрально противоположным. Потому что в одном случае мы видим мастеровитых людей, которые должны настроиться соответствующим образом, как спортсмены перед состязанием, да, выйти на сцену, выдать, значит, вот эту какую-то там условию цыганочку с выходом, да, чем бы она ни была, это может быть исполнение роли Гамлета, а может быть роль в какой-то антрепризной комедии Рея Куни, неважно. И так, чтобы зритель, сидящий в зале, получил максимум удовольствия, поставил мысль на какую-то пятерку с плюсом и долго аплодировал, да? И совершенно другой тип театра, который вообще не предполагает создание вот такого комичного продукта, который, значит, впечатлит некую аудиторию, а он больше запрограммирован на некий процесс, на ту самую коммуникацию. Но это, в общем, это путь, который не имеет какого-то конца, он в каком-то смысле бесконечный, да? И то, и другое называется театром. И когда он попадает в одно здание, в одну, так сказать, институцию, да, с одним отделом кадров, бухгалтерии, там, я не знаю, заместителем директора и так далее, это возникает такое противоречие буквально во всем, даже в терминах, я бы сказала. И вообще всякий раз, когда мы делаем очередной номер журнала, на самом деле мы всякий раз ставим перед собой вот такие какие-то очень важные вопросы, в том числе вопросы, что такое театр. Просто мне кажется, что проблематизация того, что это такое и чем мы вообще занимаемся в принципе, занимаемся в настоящее время, это один из главных вопросов, на который постоянно должен отвечать и тот человек, который называется художником, который, собственно, производит вот эти вот, да, piece of art, и тот человек, который рефлексирует по этому поводу, то есть вот, ну, мы, да, со своей стороны, так сказать. Без этой рефлексии, когда я встречаю человека, который точно знает, как должно быть, как надо, как будет, как не надо, как не должно быть, я всегда его боюсь, потому что это вот если есть для меня как бы, человек, который мне не могу вступить в диалог, то это не человек, это человек с такими твердыми убеждениями, потому что он не открыт для диалога. Да? В начале перестройки была такая, я не помню, все же женщины звали Нина Андреева, она написала про программную статью, что вот не поступлю с принципом. Ну, она такая была очень советская женщина, ей не нравилось, что происходит. Вот. Мне кажется, что мы должны уметь, как в каком-то смысле, не поступаться принципом, но пересматривать их. Я за все время пребывания в этой профессии, которая называется театроведение, театральный критик, много вещей, которые мне казались абсолютно незыблемыми. Да? Вот, ну, это так, потому что это не может быть иначе. Вот, в частности, диктатура режиссера, который имеет право, как в репетиции оркестра Феллини, да, навязывать артистам свою волю, если кто-то что-то делает не так, значит, ругать его последними словами, выгонять его из зала, и так действительно вели себя и Костановов, и Додин, и все, значит, великие режиссеры, с которыми, с именами, ну, в устах которых мы все сформировались и выросли, это было
абсолютно естественно и нормально. Да, и в какой-то момент просто для меня стало понятно, что это, может быть, не самый правильный путь существования, или там он один из возможных, вероятно, да, и так далее, и тому подобное. Оля, скажите нам, как вы же, ну, есть такие пионеры социального диалога в России, да, вы в числе этих пионеров, условно, великого диалога. Ну, да? Мне это приятно слышать, но думаю, что нет, что мы просто в какой-то последней волне, и я очень благодарна тому, что появилась эта норма, потому что в тот момент, когда для независимых театров является ликовый театр, то есть театр без постоянной государственной поддержки, которые существуют в независимом режиме, когда для них стал закрытым проект Министерства культуры и театра плюс общества, а об этом проекте сказано в номере, но я скажу несколько слов, потому что для социального театра это важно. Это была инициатива Ленвременной, и на встрече, когда я сейчас президентом Медведеву, был задан вопрос, что нужно театр «Дох», вот, тогда театр был в другом положении, не таком, как сейчас, и она сказала, что вообще, ну, у нас все в порядке, но было бы неплохо поддержать независимые театры, которым гораздо сложнее получать финансирование, и через некоторое время мне перезвонили специальные люди, и сказали, ну, мы готовы поддерживать, придумайте как. И в этот момент я пришла мысль, что довольно сложно, странно поддерживать независимые театры. Это вот то, о чем говорила Алла, что странно заниматься театром, когда вокруг столько людей, которые просто в беде и которым можно как-то помочь. И таким образом родилась программа «Театр плюс общество». Министерство культуры финансировало негосударственные театры разных направлений, и танцевальные, и драматические, и сайт специфик, то есть только театр начинался как раз как театр, который работает в странных пространствах. И это были театры разных городов России, и театр получал финансирование сначала на какую-то работу в социально узкой группе, и театры планировали выбирать сами, что они делают. А вторая часть проекта это была постановка спектакля, и спектакль не обязательно должен был быть связан с этой узкой темой. И вот кроме нас там участвовал театр «Дог», «Диалог Данс», танцевальная компания из Костромы, потом присоединился театр «Пост», театр из Комсомольска на Амуре, театр драматургии в Екатеринбурге. И это был потрясающе важный опыт, потому что я думаю, что для большинства театров это был, из театра участвовал в этом проекте, это был первый опыт социальной работы, ну или там плюс-минус первый. И это у всех развивалось по-разному, конечно, лучше всего знаю про то, что делал Вика театр, и это как раз вот про то, что называется социальным театром, а что нет, вот про поиск терминов и какие есть способы взаимодействия. То есть, например, мы первый наш спектакль мы делали, начинали в реабилитационном отделении наркологической больницы. И опыт был такой, поскольку никакие не терапевты, и ничего в этом направлении не умеем, не психологи, но мы знаем про театр, мы знаем, как рождаются спектакли и про коммуникацию. И мы несколько месяцев, несколько раз в неделю приходили в это отделение из группы, которая захотела с нами встречаться и участвовать в этой истории. Мы проводили разные тренинги, рассказывали друг другу про сны, вводили их в театр. Оказалось, среди наших новых, можно сказать, коллег, партнеров, было очень много людей, которые нам рассказывали там про спектакли театра на Таганке, спорили с нами, про то, что мы им показывали. И надо сказать, что, например, мы показывали, у нас была хорошая запись спектакля «Ликвидация», которую мы как раз играли в пространстве фабрики. И ни от кого мы не получали такого подробнейшего анализа и вот какого-то фидбэка об этом спектакле, как от
мужчин из реабилитационного отделения наркологической больницы. То есть тот спектакль вообще не про зависимость, не про алкоголь, это такой какой-то, не знаю, театральный, музыкальный театральный эксперимент, опыт нового театра в 2004 году, в 2004 году, который был поставлен. То есть они очень же на это откликнулись, они с удовольствием ходили с нами в театр, который возили, ну, такие большие стационарные театры. А потом мы сделали спектакль по своим впечатлениям. То есть это получился спектакль о зависимости. Мы очень много всего открыли в себе разных зависимостей. Понятно, что у всех участников театра был разный опыт общения там, с разными дорогами. Кто-то там больше был затянут, кто-то вообще не пробовал никогда крепкого алкоголя. Это все естественно. Но пока мы репетировали, потом в какой-то момент отделились уже от этой группы и пришли в репетиционный зал и стали репетировать сами. И участие в спектакле не подразумевалось, но хотя бы потому, что организационно это фактически невозможно. Как мы узнали, алкозависимость не лечится, врачи говорят, болезнь уходит, но она точно так же может вернуться. И поэтому это было практически организационно невозможно сделать их участниками спектакля. Но то, что мы делали, это было во многом под впечатлением от того, что было там, спектакль назывался «Пока ты здесь». И когда они приходили уже в качестве зрителей на спектакль, это была ужасно интересная реакция. Кто-то говорил, что это жуткий мрачняк, а кто-то говорил, что это ужасно позитивно, и они хохотали и узнавали где-то себя, или свои фразы, или свои маски. Хотя это было фрагментарно, то есть это не был спектакль о дифферентах, там не было персонажей, которые повторяли каждого из пациентов, с которыми мы общались. Но где-то точечно, да, они действительно что-то могли знать. И был такой опыт. Был опыт программы спектакля, который назывался «Программа «Время». Это был спектакль о старости. И мы много общались с пожилыми людьми и в пансионате для, как называется, дома престарелых. И с моими пожилыми родственниками, и с новыми, с незнакомыми людьми, пожилыми, и переписывались с незнакомыми людьми. И это тоже был спектакль, который был про старость, но его тоже играли артисты. Был опыт, в котором мы сочиняли, собственно, дети сочиняли в Сербино-Касательском детском доме для слепоглухих. И незрячие дети вместе с драматургами Вячеславом Дурняковым и Марией Зелинской писали пьесы, то есть писали пьесы дети, а драматурги помогали. И была использована методика класс-акт, более 30 лет назад изобретенная в Шотландии. И было написано 10 пьес, по которым мы потом на радио делали радиоспектакль с актером Великого театра, с режиссером Кириллом Выкрутом. Мы были, сделали 10 спектаклей, которые есть в сети, которые можно послушать. Вот, то есть опыт весьма разный, и я думаю, да, что это все социальный театр. А как они рассказывают, вы тоже обращаетесь к нам? Как вы оцениваете? Мне сложный хитрый вопрос, как оценивать детей, потому что, опять же, тот инструментарий, который у нас есть, система оценки критериев, которые у нас есть, да, то есть она не подходит для оценки многих, не только с того, что мы называем социальным театром, а вообще многих явлений современного театра. Да, так, вот если мы сравниваем спектакль, где-то установлены с трейлера, то можно сказать, тут стрейлер лучше поставить, здесь хуже, здесь артисты лучше, на это нам хуже, да? А когда мы выходим из школы современного театра, где мы действительно один из самых ярких, запоминающихся спектаклей «Авиньон» 2013 или 2012, я не помню, 2013,
для меня личный спектакль уже в новом деле, он назывался «Дизайн Центр». Да. Как бы, он был сделан на основе иных оснований. Там невозможно было оценить мастерство артиста, там еще не было артистов, но более того, там было очень сложно, очень мучительное вхождение, вот, сама коммуникация с этим произведением искусства, а это для меня было именно произведение искусства, оно в первые 15-20 минут я помню, как я сидела съежившись в своем кресле, потому что я понимала, что я сейчас буду испытывать какую-то чудовищную неловкость, когда на стол выходили люди и с трудом говорили, меня зовут так-то, у меня Даун синдром, я там не умею читать и писать, я так буду играть в этом спектакле. И потом выходил следующий, и ты думал, боже мой, ты сейчас должен... Это какой-то душевный депрессионизм, или что это? Это какое-то что-то, да? Я помню, что некоторые мои коллеги так до конца это и восприняли, как какую-то ужасную спекуляцию, как нарушение неких конвенций в общении с людьми. Да? Но для меня, вот, чем дальше развивался этот спектакль, тем больше становится понятно, что я в какой-то момент стала себя чувствовать просто частью этого произведения. Да? Но это был спектакль про ту частицу божественного, которая есть, как вот этот бозон Хиггса, который есть как в каждом из нас. И я на этот спектакль как-то про себя стала думать. Это вообще хороший спектакль, социальный в том числе, вот тот, в котором ты начинаешь думать и про себя самого. И вот эта саморефлексия, когда это начинается. Меня спровоцировал спектакль, очень-очень важную, мучительную саморефлексию. Но его оценить вот с помощью тех терминов, тех понятий, которые есть у меня под рукой, было совершенно невозможно. Да? Так, если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, что уже настало. Да, сейчас Анна еще что-то скажет, потом вы можете задать вопрос. Я просто хочу сказать про Жюра Вонвера, который действительно до сих пор тревожит, и про то, что о чем я говорила речь, упоминая Павловича, мне вообще кажется, и я пришла к этому убеждению вслед за Борисом Павловичем, но и на том жестко стою, что как только артисты БДТ, условные артисты БДТ, условные народные артисты, скажем так, перестанут отворачиваться, уходить быстро, закрывать дверь в Немёрку, когда мимо Немёрки идут люди с ограниченными возможностями, когда это станет единым полем существования, единым художественным полем, вот эти люди, и народные артисты, и люди с ограниченными, вот тогда художественный результат, он будет выше, потому что, так лично, современный тренд, мне кажется, в том, чтобы это стало единым полем, и искусство движется туда, к такому, ну, если совсем грубо, отметить зрителей от пола, и вообще от любых как бы градаций, меров, мерить там ростом и всякими другими abilities. Вот все, что я сказала. Ну, я тоже говорю, а это же кинул добавление, вот мне просто кажется, это очень важно. Собственно говоря, тогда стало понятно, что чего-то не то, музыка очень красивая, Эмили Финштейн так снимала, невозможно красиво, да. Искусство, которое измерялось прекрасным достижением вот чего-то такого, оно, вот, как бы сказать, вызвало, собственно говоря, сомнения. И вот, собственно говоря, вот то, что поиск, что делать? Ну, в общем, да, это же послевоенное явление. Конечно, перформанс, почему начинают школы ходить в перформансы, потому что очень страшно. Людей просто так сжигали. Человек потерялся в красивом искусстве. Людей можно сжечь и бросать в яму. А картиночку красивую вещь и музыку красивую при этом играть. И вот как бы эта музыка, она, ну, как бы стала непонятна, как бы сказать, что если у нас вот такая общая картинка получается вместе с ямой, дубами, красивой музыкой, что нужна будет другая музыка, нужна вот что-то. Вот это на самом деле краеугольная точка, от которой все разворачивается. И вот те процессы, которые мы сейчас обсуждаем, и вот, собственно говоря, бой, с которым в войне участвовал, и вот он же был скульптором, он оттуда прилетел, остался другое дело, потому что вот как-то понял, что кажется, надо быть другое, что вообще вот, ну, я очень люблю это, кривается, да, то есть, потому что нам вообще не нужна картина, с ней нам нужно осмыслять жизнь человека, то есть нам снова нужно ставить ценность человека, а вот происходит
как раз вот из фигуры режиссеров, о которых говорят, происходит отрыв от ценности конкретного человека. То есть как бы вот, вот эта, как сказать, тоталитарная история, она всегда приводит к тому, что есть формальное, достижение формальной задачи выше ценности конкретного индивидуума с синдромом Дауна или без, но как бы вот это очень важный момент. Да, я вот одна из догм, которые я переосмысляла в ходе своей собственной жизни, это догм про то, что если произведение искусства получилось великим, если это шедевр, то это стоит любых жертв. Ну, без фанатизма, конечно, но в общем, это искусство требует жертв, и искусство стоит, шедевр стоит жертв. Да? Современный контекст, он как бы проблематизирует это. И, конечно, после Бойса, вообще это ключевая фигура. Я вот, честно говоря, у нас в театральных институтах изучают, не знаю, там, подробно французский театр французского романтизма, я помню, изучали театр Золотого века, значит, в Испании, испанского возрождения. Это подробности отличаются. Но имени Йозефа Бойса я просто вообще не слышал. И до сих пор, я думаю, никто не слышит. А это, тем не менее, ключевая фигура, да, вот как бы, равно как и многие другие важные фигуры 20 века, вот об этом все преподавал в институтах. Так, у вас появились вопросы, поэтому давайте их не будем говорить уже. Отталкивайся от него. Давайте один микрофон, мы отдадим вам. Вы будете передавать его уже. Меня зовут Роман Заводовицкий. Я как раз прям все-таки вашу секунду фразу Антонина Артова. Это прям хватит творить шедевр. Ну, в общем, вы же замечательно. Вы же все это мало знаете. Я не ожидал, что мы промахнуть сегодня священную коррупцию, но это вот режиссерский дело, да, действительно. Но если мы уничтожаем диктатуру режиссера, то кто же вынесет порядок в этом общении? Как возникло дело про это написано в диссертации, а в Германии фишер-лифтинг занимается. Но мне кажется, что у нас есть намного более сложная проблема. Это и, как вы говорили, о критериях, и Ксения об этом сказала, что жизнь дала, и не только холодильник, да, больше вызов театру, нежели театр, вот пока на данный момент дал жизнь. Да, действительно, театр может быть, жизнь может быть пронзительна театром, но у нас практически, ну смотрите, в театре существует жанр, там красота какая-то, да? У жизни диагноз, у жизни есть социальные или психиатрические, психологические диагнозы. Я очень благодарен Анатолию Васильеву, что он в свое время дал возможность существования экспериментальной группы под его крышей, но когда я ему сказал, что да, красота как бы на втором месте, я вспомнил, что в архитектуре древности в Витруве идет вот этот триад, польза, прочность, красота. И вот эти три критерия надо предъявлять любому событию, может быть, и сегодняшнему тоже. И тогда появляются общие критерии. Но это все не упрощает, потому что когда мы видим конъюнктурные спектакли, я не знаю, не буду называть режиссеров, они слишком социальные, да? Они ну, в плохом смысле. И в то же время у нас есть совершенно непонятно, куда вставить этот опыт, когда благотворительные организации устраивают такие показы, на которых мы там должны знать, что у этого актера там такой-то, диагноз у этого такой-то. И получается, что ну, какой-то, это даже не реабилитация. Это создает еще более замкнутый вот этот мирок, еще более замкнутый. Что там вот давайте хорошо отнесемся к вот этим, знаете, там были случаи, когда выгоняли из зала, там, значит, давайте вот теперь проявим толерантность. Вы знаете, инклюзия на ценностях может держаться. Может быть, все имеют эту ценность, но нужна технология. Нам нужны общие события, у которых есть и польза, и прочность, и красота. Возможно, что в такой стране, как наша, это может быть единственное место, где можно заниматься искусством с маленькой буквы. Я в это серьезно верю, я этим занимаюсь. Что вы делаете? С маленькой буквы – это значит не шедевр. Это значит… В любой стране. Испорченное понятие народное творчество. Оно… Ой, да там дофига, ну что вы… Да. Но мало приехать в Тимоне, в Колумбию. Вот там этот проект
дилетория, у меня вызвало очень большое притяжение. Я даже сын своего провел, у которого аутизм. И что же? Дело в том, что там не должно быть режиссера. Или там должна быть, она спонтанность в духе Марина. Меня очень обрадовало то, что вы, это, собственно, не текст Марина, а вот я не знаю, такая Ирина Розова. Но там действительно так, для первого впечатления хорошо, но, понимаете, нужно... Да, там написано, что социодрама – это младшая сестра психотерапии, или психодрама, и все наоборот. Надо делать, если очень кратко сказать, я хотел бы, чтобы моя реплика была конструктивной. Надо делать социодраму буквально из материала здесь и сейчас, для того, чтобы все участники что-то получили. Я учу писать пьесы, когда людей что-то волнует, даже без шансов постановки на сцене. Когда, ну, например, про аутизм я написал так, чтобы было понятно, что происходит. И это есть первый шаг. Понимаете? То есть этому можно учиться, это нормальное ремесло. И оно может породить, может повалить на театр. Но буквально вот еще с того времени, как я начал лоссировать, вот лет 15 уже, я понимаю, что у людей театра это вызывает отторжение. Потому что они видят здесь красоты. Так же, как вот эти замечательные актеры, которым мешали люди в коридоре. Понимаете, я отлично понимаю. Понимаете? То есть надо лучше понимать, что происходит в обществе, найти критерии какого-то игрового изучения методом действия. И вот оттуда шаг, он более надежный, потому что когда мы сидим, мы на сцене, свет нам мешает, свет. Мы не видим, что там происходит сразу. Нам мешает, ну, вот эта стена. Я что-то уловила в том, что вы сказали, какие-то такие, ваш месседж. Что-то я не уловила не до конца, но просто сейчас ограниченного времени я не буду, потому что мы как кулуарно потом продолжим разговор. Я только хочу сейчас, в ответ на вашу мысль, сказать вот что такое важная мысль. Понимаете, главное, к чему я не призываю, это как раз к тому, чтобы заменить какие-то одни догмы какими-то другими догмами. Ну, грубо говоря, вот есть режиссерский театр, и он устроен вот таким образом, а вместо этого мы сейчас должны сделать что-то совершенно другое, вот основанное на каких-то принципах, и тогда ура, заживем. Да ничего подобного, понимаете? Именно пространство современного искусства – это пространство открытых дверей, а не закрытых. И в конце концов, если кому-то удается делать что-то художественно убедительное в рамках вот этой старой парадигмы на здоровье, если Анатолий Васильев продолжает работать, скажем, в своем направлении. Я не вижу в этом ничего плохого. Все диалоги с театральными людьми, которые я веду, они как бы сводятся к тому, что мы хорошо, если вы отвергаете это, то а вот у того, что вы предлагаете, тоже есть свои ограничения. Безусловно, и я эти ограничения сразу же вижу. И поэтому говорю, никаких догм, современное искусство — это искусство без догм. Да? Должно быть событие. Конечно, должно быть событие. Вопрос, что это за событие, да? Как мы понимаем, что мы называем событием? Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Беларуси. Несколько дней вопрос, рассказ о нашей обстановке в Беларуси с социальным театром. Вот в начале нашего разговора вы сказали, что театр Августа Дуаре в России не особо распространен. Вот, на самом деле мне было очень удивительно это слышать, по той простой причине, в нашей маленькой Беларуси в Минске есть экспериментальный театр, это любительский театр, который не просто играет форму театра, но и ведет школу форму театра, и абсолютно любой желающий может обучаться. Вот, причем вот конкретно театр Ай играет форму театра по принципам, исключительно по принципам Буали, ведь Буали же сказал, что форма театра настолько прост, что в этом театре может играть даже профессиональный актер. Вот. Также есть у нас в Беларуси, в Витебске, молодежный театр «Колесо», которые также ставят форму спектаклей, но они, эти формы спектаклей,
скажем так, придали более художественную, более театральную форму. И даже вышли с форм спектаклями на улице. То есть они разработали свой уличный формат форм театра. Вот, это первый момент. Второй момент, я бы хотел рассказать про, наверное, единственный в Беларуси театр, который занимается социальными проектами, как театральными, так и акционистскими театральными проектами. Это запрещенный в Беларуси «Беларусь в России», Белорусский свободный театр. Руководство. Да. Огромное количество спектаклей делается на социальные темы, это темы гендерного неравенства. Студия при Беларуси Фрисе, это студия Фортенбрас, раз в неделю, помимо занятий режиссурой, актерским мастерством, раз в неделю есть занятия по дизабилити, по взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями. И в рамках этих занятий я проходил обучение в этой студии. Мы готовили как уличные акции и в поддержку инвалидов по слуху, как это, наверное, самая известная акция была. Ее провели 25 декабря прошлого года, когда вместе на площади, где собралось огромное количество людей, вышел Миша, у него было две таблички. Спереди и сзади было написано «Белорусское общество глухонемых. Мы будем гореть, а вы не услышите». И он вышел на центр площадки, и он был специально в перчатках с пробиткой, и он поджег себе руки. И он стоял с горящими руками. Эта акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание, что люди с инвалиды по слуху, они не могут вызвать ни скорую, ни пожарную. По-хорошему, в местах проживания таких людей необходимо ставить тревожные кнопки. И эта акция на самом деле подействовала. Да, у Миши были большие проблемы, его там даже грозились отчислить из университета, но это все, скажем так, замялось. Вот. Но акция на самом деле подействовала, и уже кое-какая работа пошла в этом плане. Также проводили акцию для сделать кинотеатр для также инвалидов по слуху. Вот. Со специальными приспособлениями. И на самом деле это большое достижение. В одном из минских кинотеатров уже появилось оборудование для глухонемых. Вот, и люди могут приходить и смотреть фильм. Вот. Что касается отношения государства к социальному театру в Беларуси, оно на самом деле крайне негативно. Потому что... у нас ни один театр в Беларуси не занимается социальными проектами. У нас вот Белорусский свободный театр занимается социальными проектами. Группа Белорусского свободного театра проводит свои спектакли на подпольной площадке. Это большой двухэтажный гараж, где идут спектакли постоянно с переаншлагом. Вот. Сейчас Белорусский свободный театр готовит большой спектакль с инвалидами колясочниками, то есть совместно. Вот. Что касается отношения государства и даже вот конкретно прессы к социальным явлениям. Вот на Ночь музеев в Минске, в Национальном центре Республики Беларусь, в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь, я проводил читку своего спектакля по спектаклю на основе интервью Энди Уорхола. И спектакль, скажем так, разделен на две части. Первая часть — это история Уорхола с
с его историей гомосексуализма. Во второй части спектакля я рассказываю три истории людей, которые очень сильно, в одном случае даже трагически, пострадали от гомофобии. Вот, зритель было за ночь, было две читки пьесы, и зрители крайне благодарили. Зато отзывы в прессе были жутко негативные, что вот я посмел поднять такую тему. Да, и на самом деле и государственная пресса, и даже самый крупный белорусский сайт, который связан, ну, пишет о театре. Вот, он негатива не высказал, но сказал как-то так. Вот, эту тему. Я правильно понимаю, что реакции, положительные изменения, про которые вы говорите, что они происходят за счет каких-то государственных положений, что, например, после большой акции, если начинают устанавливать оборудование для служителей театра, то это государство делает? Находятся спонсоры и люди, обыватели, которые видят эти акции, да, они начинают задаваться вопросами и начинают государству задавать вопросы. Вот. А само государство это никоим образом не поддерживает, а наоборот, проводилась акция с инвалидными колясочниками, с пешеходными переходами и с высокими бордюрами. Когда инвалиды-колясочники перекрыли одну из главных улиц Минска. Вот. Их уносили сотрудники КГБ, просто конкретно уносили. Когда был парад Дедов Морозов, инвалиды-колясочники в костюмах Дедов Морозов хотели присоединиться к этому параду. Милиция их не пускала с объяснением, вам там опасно. Просто вместе с людьми проехать на колясках – это опасно. Окей, то есть я так понимаю, что, в общем, все на самом деле зависит от низовых инициатив, да, даже в общем, в таком репрессивной стране, как Белоруссия, если есть вот такая низовая инициатива, то очень многое можно изменить. Да, конечно. И я так понимаю, что этих самых низовых инициатив у нас у вас повесили никаких не меньше, чем у нас. А уж то, что вы там по рецептам бывали, что вы делаете, это для меня сильно удивительно. Но на самом деле очень многие вещи, как бы, при том, что действительно, Россия до сих пор остается какой-то такой театральной, все-таки меткой медийной, да, но какие-то вещи гораздо летают больше, чем бывшей страны СССР или, в Болгарии, я помню, мои друзья были просто потрясены, когда узнали, что у нас ключевая тема драматический театр приведена только год или два там назад. Потому что у них она была приведена практически сразу же, да. При этом понятно, что есть там Великая Россия, какие-то огромные театральные традиции, в общем, маленькая Болгария, которая всегда сюда немножко снизу вверх она смотрела. Но тем не менее, вот какие-то такие вещи, я часто очень с этим сталкиваюсь, поэтому не удивляется ваш рассказ. И у нас уже не очень много времени, поэтому, пожалуйста, лучше в форме вопросов, конечно, но если есть какие-то короткие высказывания, то я тоже приветствую. Да. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, второй Киев. В театре в определенной английской времени что-то было нотное. Что-то было нотное. Да. Красный ответ, экран, сейчас мы не играем, там где-то чисто неудобно. Нет ли опасений, что социальный театр тоже станет модным и начнется спекуляция режиссеров социального театра как прием? Да? Это первый вопрос. Да, и второй вопрос, может, уже есть такие примеры, и если вы могли их озвучить. Ну, не знаю, как раз по поводу всего существует. Это буквально, понимаете, у меня нет такого явления, которое не могло выйти в тираж. А вы знаете, это какой-то действительно обычный, вот, как вы говорите, ход освоения чего-то не было, залазить там, в каталог или в краску, или вот социального театра. Просто очень важно обнаружение. Вот когда вы там бойко начали, а почему типа, вы говорите, что у нас нет бара, у нас есть бар, то вот очень важно понимать, вообще, мне кажется, вот одно из как раз таких откровений, когда задумываются.
задумываешься о социальном искусстве и в чем его гигантская, как сказать, разница с элитистским искусством, что ты начинаешь понимать устройство общества, потому что как бы элитистское искусство — это такой пирог, который предназначен для очень маленького количества людей, а общество состоит из вообще совершенно другого количества людей, которые, ну, как бы сказать, этого пирога не получат. Вот даже те люди, например, которые вот колясочники, которые участвовали в этой акции, это очень маленькая вершинка айсберга тех людей, которые не выходят из дома вообще и так далее. Поэтому на самом деле на первых этапах все это не гладко. Но вообще обнаружение, понимание, что люди с синдромом Дауна — это не очень какой-то специальный случай, их очень много. А аутистов сейчас несколько детей на сотню, так сказать, нейротипичных детей. То есть вообще очень много этих людей. Так, это не какие-то микрослучаи, что вдруг вот мы заинтересовались именно такой былинкой. Как вот начинает, вот, из моего какого-то человеческого художественного опыта, я вообще поняла, что вот, как сказать, понимание, что общество все устроено из разнообразных меньшинств, вот это понимание разнообразия и горизонтализации, это вообще, вот, может быть, тот самый великий процесс вот этой горизонтализации, когда, ну, как бы сказать, нелюбимов, на которого не попасть, а то, что нам нужно вот с этим совсем разобраться, это очень, очень важно. Это пускай. Ну, как бы, ничего, ну, как бы, ну, как бы, бездарно, ну, тут вот сложно. Да, есть сколько угодно. Просто, но ну, понимаете, как еще бывает, человек берет со спекулятивной целью, что хочет взять модную тему, а он втягивается, чтобы понимать, происходят процессы, они происходят. Вот я как раз пишу про процессуальность. Как бы это не точка, это не щелчок. Типа, мы сделали спектакль о людях с синдромом Дауна. Это процесс, который мы проживаем. И мы в конце не такие, как мы в начале. Да, мне кажется, действительно, если это станет модным, и это действительно уже стало, то это даст больше пользы, чем минусу. И мне кажется, что сейчас, ну, большинство театров и режиссеров понимают, что через это их команда может пройти, что это какой-то фантастический опыт. И кто-то в этом застревает и понимает, что будет заниматься этим дальше, и хотя бы этим тоже, а для кого-то это разовая там, или там, редкая история, но это действительно в смысле коммуникации, поиска новых связей, нового развития, новых тем, это, ну, одно из важнейших направлений, которое сегодня существует в театре. И, а по поводу спекуляции, это вот тоже, когда мы говорили про то, как про это говорить, с какими сложностями сталкиваешься, особенно когда только начинаешь, тут у тебя как бы две истории. С одной стороны, ты боишься действительно как бы не впасть в пафос и в спекуляцию, а с другой стороны, все время есть мысль о том, что чем больше людей в это втянутся и начнут заниматься, то тем больше пользы это принесет. Понятно, что потом как-то это будет отсеиваться, будет какая-то профессионализация, там, больше, может быть, строгий кастинг тех людей, которые в этом участвуют, но все равно все время где-то там за это присутствует идея про то, что хочется людям про это рассказать, и чтобы еще больше людей в это втягивалось. Спецназовцы, да, а это
путем по Амстердаму, он их нарисовал. И ты когда заходишь в Амстердам, ты видишь там еще 15 других ночных дозоров. Все рисовали ночные дозоры. Понимаете, как раз шедевры про это можно снимать. А потом стало модно импрессионистам рисовать вот так вот, а не это. И тоже залы музеи заполнены этим самым импрессионистическими полотнами, среди которых, не знаю, три четверти – это подделки какие-то. Но ничего страшного. Как только что-то исчерпывает свои возможности, возникает некое сопротивление, возникает что-то противопоставляющее себя этому тренду, да? То есть, когда импрессионизм стал себя исчерпывать, возник постимпрессионизм. Когда идеи социального театра совсем себя исчерпают, возникнет что-то другое, что придет, заступит на его место. Это не то, чтобы этот тренд запал на веки вечные, да? Это какой-то естественный этап развития искусства. И тем не менее, в этом самом искусстве есть и поступательное движение. И мы видим, что эта поступательность, она состоит во все большем и большем интересе к человеку. Человеку как абсолютно уникальной личности. Каким бы он ни был, со всеми его многочисленными особенностями, со всеми его девиациями и так далее. Это да. Вот в этом смысле я могу сказать, что всю историю искусства мы можем рассматривать как так, да, как вот это движение, как все больше и больше очеловечивание в самом искусстве. Спасибо. А можно еще раз создание театра коммунизирует общество. Почему, по вашему мнению, государство слабо коммунизирует социального театра? Ну, во-первых, это уже не совсем так, надо сказать, что да, что я постараюсь быть объективной и сказать, что даже Министерство культуры нынешнее, которому предъявляют множество всяких претензий, да, но оно стало сейчас довольно активно поддерживать социальные проекты, в том числе и репертуарных театров. То есть там есть, по-моему, даже социальная статья, которая это все финансируется. То есть осознание важности этого направления, оно даже уже у чиновников появилось. Да? Ну, что мне кажется здорово. Да? Пусть они совершают какие-то ошибки, там, где они действуют в правильном направлении, мы должны их как-то всячески поддерживать и говорить добрые слова. Простите, а кто придумал выйти на улицу и написать, вы не говорите, вы не слышите? Ну, как раз там, Миша, это каждый из студентов студии придумал себе акции. И, по сути, Миша на репетиции просто баловался с огнем. И вот это родилось. Ну, просто хочется, честно говоря, сказать, я не знаю, может быть, все собравшиеся меня не поддержат, но вот эта акция, помимо социальной, безусловной необходимости, она достойна Марина Абрамовича. Но да. Это художественная акция, которую я не запомнила. Это был челлендж. Да, и социальный театр.
Понимаете? Это вопрос не почему, нет, журнале, скорее про то, что в фокусе, ли вообще это направление сейчас, или оно как-то какое-то показатель? Оно стало входить в фокус. И когда сделала номер, я начала уже жалеть, что мы не сделали один материал, но действительно было как-то сложно, понимаете, вот все просто наличные авторские ресурсы, тех людей, которые были способны артикулированно вообще что-то сказать по поднятым вопросам, мы как-то оптимизировали, да. В какой-то момент просто, знаете, у главного редактора есть такой момент, когда тоже сказали, все, вот тут дедлайн, мы просто, да, уже сейчас там посмотрим все сроки, поэтому мы вот выходим с тем материалом, который нам надо собрать, который написан и так далее. Но на самом деле, безусловно, попало, да, безусловно, это внимание, не всякого сомнения. Конечно, это часть социального театра, безусловно. Ну что, я вас всех благодарю. Пойдите в театр.